тут, блядь? А мне к тебе, да? Сука, след ебучий. Ага. Говна ты кусок, сюда иди. Сейчас я тебя, блядь. Ничего не сделаю, нахуй. Буду краса как крыска. Ой, блядь, жирный ты герой. Куда мне там, блядь? По голубям? Ну да, вон кровь. Типа. Зачем, брат? Зачем? Голубей, смотрю, любишь, да? Выпустил всех. Настоящая. Зачем оставлять ее здесь? Может, женщине не хотел своей подарить. Как это, зачем? Он хоть убийца, но... Не это же ж. Может, ложиться сказать. Здрасте, блядь. Вот же. Что ты, черт возьми, такое? Пора уже получить ответы. Изучаю место преступления. Ошибка модуля голосовой записи. Да хуй с ним. Так, а что нам Шарал говорит? Наконец-то встретился с убийцей лицом к лицу. В отличие от него, я пережил эту встречу. Нужно осмотреть тело, может, найду какие-то зацепки. Колотые раны. Похоже, от трости доктора. Ты заебал, что вот эти, что ли, блядь? Ага. Усиленный скелет, гидравлические суставы. У жертв не было шанса. У ясен хуя руки тоже, блядь, суставы. Или это одно и то же, в принципе, да? Ожоги третьей степени повсюду. Удивительно, что от него вообще что-то осталось. Башка, блядь. Дашь ему в башку зайти. Не везет. Нейроимпланты полностью рабочие. Ну, почти. Меня не волнует, по какой ебанутой причине ты убиваешь людей, но я хочу вернуть сына. Ну да.
Так бы любой нормальный батя бы сделал. Блять, эти помехи — это пизда, конечно. Давным-давно в одной маленькой деревушке жила девочка, самая прекрасная из всех, которых только видел свет. Это все? Ёбаный ты рот! Дети, вы чё, блядь? В смысле, они как будто полетел на меня, типа, пиздить. Олень, привет. Непонятненько. Ладно, идем с оленем. Олень-то хуйни не посоветует. Посмотри на него. Разве он не милашка? Кто, олень или я? Что-то не так. Взгляни на него. Нет на это времени. Не сейчас, Виктор. Мамочке нужно отдохнуть. Иди пока поиграй, хорошо? Хорошо. Мамочки. В подвал пойду поиграю, хули. Все дети любят играть в подвале, блядь. Наверное. В смысле? Ну, типа маленький просто. Велосипедик. Ой, как много тут занятий, блядь. Во. Как мне отодвинуть-то эту хуету? Все. Виктор! Виктор! Все. Нарезал и увидел, что там мелькнула красная шапочка. А дальше стал резать, и выпрыгнула оттуда девочка и воскликнула. Как волку-то в его темную утробу попалась. Мама, а почему волк должен был умереть? Ага. Хорошо справляешься. Продолжай. Спасибо. Я хочу все обследовать.
А, ну по виду все равно это я, ну, это... Да? А что с его ногами? А что с его ногами? Хуёво его ногам. Я просто не знаю, я не понимаю, это хорошо или плохо? То, что я вот так делаю. Я вроде я, а что я такой маленький? Ну, 1.20 м, я не знаю, блядь. До ручки сколько, блядь? Маленький уродец. Сам ты такой, блядь. Шляпа сутулая, блядь. Джейкоб? Смотри, куда прешь? Слышь. И нахуй. Свали-ка нахер, чудик. А чё вы меня обижаете, блядь? Я маленький пиздюк. Виктор, Виктор, пойдем, ужин готов. Да. Ты на правильном пути. Мы почти закончили. Пошли, олень. Другого пути нет. Да. Виктор, пойдем. Ужин готов. Так я уже в столовке. Пожалуйста, тебе нужно поесть. Давай же, ешь. 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 Бля, что за психоделия? Олень, помоги. Ебать, ты что, оленя схавал? Подожди, в тату-салон надо сходить. Быстрее, давайте убегаем. Стой, сучка. Да мне страшно.
Ну типа, блядь, киберпанковский век, а тут это, блядь, какая-то хуйня происходит. Нихуя не киберпанковская. Раньше, может, назвать это... Просто безнадежно! Каким-то вирусом, типа, там... Сейчас, блядь. В смысле, тут пройти не можешь? Хуя ты широкий, блядь, братан. Ебать, тушки нахуй. Ой, все. Ебал я в рот. Вот. Это твой шанс. Живо! Знает. Завтра первым делом избавься от этого. Риск полного или частичного паралича? Отличная идея, папа. Да что у тебя? Зачем ты это сделал? Зачем? Чтобы мне досадить. Я же говорил тебе, не приближайся к трущобам. Там мне лучше, чем здесь. Прекрати кричать. От этого только хуже. Да куда уж хуже. Посмотри на него. Он смешон. Он отвратителен. Этот урод не мой сын! Виктор, пожалуйста, твой отец не это имел в виду. Мы переживаем за тебя, вот и все. Теперь могу ходить, заебись. Да блядь! Почему-то так криво, блядь, работает. Нахуй, куда идти, блядь? Здравствуйте, выступаю теперь я тут. Давным-давно в одном темном притемном лесу жил бесстрашный волк, самый свирепый из всех, каких видел свет. Понял, спасибо. Там у него какую-то из этих дверей, да? Опа, я вырос. Нихуя себе. Все хорошо, Виктор. Пожалуйста, успокойся. Часик, перехуярю. А нихуя. Поговори с ним, Виктор. Все не безнадежно, я знаю. Это, типа как играть, а про детские кошмары какие-то, я хуй знает. Типа, ну всякая залупа такая. Ты мне не сын! Оставьте меня! Оставьте меня в покое! Ты нахуй за оленями шел? Батя ебаный, блядь. Нет, только не это. Что, блядь, не это, ты, сука? Это просто безнадежно. Смотрите, он снова здесь. Вы смущаете меня. Приготовьтесь к шоу. Поглядите. Не сдавайся уже. Пиздец, как чай. Oh, yeah.
Пожалуйста, тебе нужно прямо. Пошел нахуй! Давным-давно в одной маленькой деревушке жила девочка. Самая прекрасная из всех. Блять. Поздравляем. Первая фаза терапии позади. И прогресс многообещающий. Ваше тело хорошо реагирует на генетический материал. Спасибо, доктор. Даже не знаю, как вас благодарить. О, не стоит. Подождите пару недель, пока начнутся изменения. Уверен, вы будете довольны результатом. Что? Ты кто нахуй такой? Давай, вытаскивай меня нахуй отсюда. Как вы видите, это технически невозможно. Потому процедура призвана свести симптомы на нет. Не буду врать, подход инвазивен, но это лучший вариант. О, спасибо, доктор. Даже не знаю, как вас благодарить. Ты слышал, Дэн? Лучше бы это был ты. Типа, все? Психоделы нихуя не закончены. EQ не работает, то есть биологическая и импульсивная вот эта вот хуета. Проверка с детективом. Угу. Что это за хуйня, блядь? Какой-то мужик был. Тату-шоп? Серьезно? А все, да? О, мистер Олень. Стой. Это не работает, да? Да, попробуем съебаться от него. Куда идти там? Блять, не ори нахуй на меня. Да, что ли? Нет? Я не понял вообще, куда идти.
Ну, а, тут типа хуй этот. А мне надо туда. Получается. И мне надо его как-то обойти. Получается. У-у-у! Ебать, он близко был. Где нахер? В туалет? Блять, надо было походу в туалет прятаться. Нет? Да я не понимаю куда. Спасибо. Лучше оставайтесь здесь. В коридоре можно встретить опасных людей. Сука. Стой! Что за игра такая-то, блять? Реально, пока непонятно вообще нихуя. Он сам вас найдет. Он всегда находит добычу. Три пары глаз, четыре колонны плазмы, два сердца, две печени, комплект легких. Довольно неплохой урожай. Вы ебанутые. Он всегда там. Смотрит, выжидает. Я думаю, что такие все ёбнутые в этом доме, блядь. А ну... Я у тебя на хвосте. Меня постоянно перебрасывают. Типа было впадло делать локацию. Пускай лучше так. Нахуй эти двери, блядь, открытые оставлять. Это типа оборотень какой-то в будущем, блядь. Ну тут я ходил же. Который ты вылез, то, может, найду и ответы. А дыра там где-то внизу, наверное.
блядь. Почему ты так уёбишно, блядь? Я что-то все-таки заметил. Размеры формы когтей соответствует ранам у жертв. Это явно наш клиент. Бля, почему так-то это трудно нахуй все делается? Ну оно ж видно, блядь, что это, сука. Как говорится, ваш клиент. Ебать ты тупаешь нахуй. У тебя что, тоже ноги, блядь, на протезах или что? Внимание, угроза десинхронизации. Примените синхрозин. Окей. Синхрозин введен. Содержание штамма снижено.